Всем привет, меня зовут Инесса, добро пожаловать на мой канал. В этом видео я с вами хочу поделиться самыми интересными трендами на лето. А именно, какой цвет будет моден, какие новые аксессуары, либо что к нам возвращается из прошлого, какой костюм лучше выбрать на это лето. Все я вам расскажу в этом видео. Если вам интересно, то оставайтесь со мной до конца. Итак, лето — это самая долгожданная пора, когда все модницы мира ждут этого сезона, потому что можно экспериментировать со своими образами, добавлять какие-то яркие интересные аксессуары, можно носить короткие шорты с какими-то интересными топиками, а макси и миди платья. Что нам предлагает дизайнер в этом сезоне? Какие будут модные цвета? Модный цвет будет желтый, бирюзовый, синий электрик, белый, цвет фуксия, лавандовый цвет, оливковый цвет, фисташковый цвет. В общем, очень-очень много интересных цветов можно будет найти в этом сезоне. И что самое классное, то что эти цвета можно очень хорошо миксовать друг с другом, что из этого получится очень модные и интересные образы. Например, синий электрик вы можете сочетать с бирюзовым, либо синий вы можете сочетать с желтым цветом. Поэтому ничего не бойтесь, будьте смелее, экспериментируйте со своими образами. Какие же вещи будут очень популярны? Конечно, это будут шорты. Шорты вы можете найти разной длины. От шорт до колена, до укороченных шорт, прям мини-мини, знаете, ну конечно. Конечно, не каждая девушка осмелится одеть такие шорты, но тем не менее дизайнеры нам предлагают. Также вы можете носить всевозможные кроп-топы. Также будут очень модные топики на одно плечо. Как бы, если вам нравится эта идея, то берите себе на заметку. Также вы можете носить корсеты. Корсеты вы можете носить как прямиком на само тело, так вы можете одевать его на различные вещи поверх. Пусть это будет белая футболка, либо рубашка, либо платье. Платьев, как всегда, будет очень много разных абсолютно фасонов. Будут от мини до макси. Выбирайте именно ту длину, которая подходит именно вам. Также дизайнеры предлагают нам платье с различными рюшами. Как всегда, романтический стиль популярен. Также очень будет популярно носить в этом сезоне комбинезоны. Комбинезоны точно так же могут быть классические, либо могут быть укороченные комбинезоны на лето. Они могут быть из льняной ткани, из джинсовой ткани. Они также могут быть в стиле милитари и при этом немножко свободного кроя, чтобы не было жарко. Но также вы можете взять на заметку, что какие-то комбинезоны, если они будут из классической ткани, то их можно даже будет носить в офис, что немаловажно. А также цветочные какие-то комбинезоны – это тоже один из трендов. Если вы офисный сотрудник, то дизайнеры предлагают нам на лето классические костюмы в белом оттенке, либо лавандовый, либо светлых оттенков, либо светло-лимонный, либо персикового цвета. Жакеты могут быть как с длинным рукавом, так они могут быть и 3/4, так они могут быть и с укороченным рукавом. Выбирайте сами себе, что подойдет именно вам. Конечно, лучше всего выбирать такие костюмы из легких тканей, при этом, если есть возможность, чтобы они были натуральные. Если вас смущает лен, то что он мнется, в этом сезоне это будет очень модно, если ткань будет немножко такая сжатая, поэтому ничего не бойтесь, экспериментируйте со своим образом. Также этим летом к нам возвращаются галстуки и воротнички. Воротнички могут быть продекорированы стразами, пайетками, либо они могут быть из эко-кожи, либо с какими-то интересными металлическими вставками. Также будет очень популярно, если на вашей одежде будут разные логотипы. Как бы этот тренд уже несколько сезонов, и он не хочет выходить
из моды. Из года в год дизайнеры вдохновляются флористикой. И поэтому из года в год к нам приходят какие-то цветочные ткани с новым интересным принтом. В этом году дизайнеры обратились к Африке, к тропическим растениям. Поэтому вы можете заметить какие-то красивые своеобразные листья. Это будет очень все модно, по-летнему, жарко, сочно. Поэтому, если у вас есть возможность, то приобретайте себе такую одежду. Немножко об аксессуарах. Летом вы можете приобретать точно так же соломенную шляпку. Также нам возвращаются очки, немножко такой кошачьей формы. Уже многие звезды носят такие очки. Также немножко об обуви. Очень популярны будут такие, знаете, гладиаторские, крестьянские обувь с какими-то всевозможными завязками по ноге. При этом, если это будет шпилька, то это будет отлично. Точно так же дизайнеры нам предлагают балетки всевозможных форм, фасонов. В основном это балетки идут с таким треугольным носиком, либо же с квадратным носиком. Также вы можете приобретать балетки с тиснением из крокодиловой кожи. Это очень будет актуально. Все вы, наверное, видели то, что очень модно покупать вот такие вот миниатюрные сумочки. И этот тренд не сбавляет свои позиции, это до сих пор модно актуально. Вы можете как кулончик ее вешать, либо как брелочек, либо на пояс себе в шлевке такую сумочку прикреплять. Это будет очень модно, актуально и трендово. В общем, это все, что я хотела вам рассказать в этом видео. Надеюсь, то, что у вас будет очень яркое, красивое, сочное лето. Вы будете модные и красивые. Всем я желаю хорошего настроения, всем вам хорошего дня и до скорой встречи. Пока-пока!